А здрасте! Друзья, всем приветуленьки! Сегодня у нас обзор на карту для 19-й фермы. Карта называется Pleasant Valley, или в переведенном варианте округ Отрадная долина. И эта карта уже существовала в 17-й ферме, она была немножко другой. Это тоже была гигантская ферма с туевой кучей производств на скриптах Даров Кавказа, кстати. Сейчас на данный момент манускриптовские скрипты еще не слили никуда, надеюсь, не сольют. Поэтому в 19-й ферме она просто тупо на глобале. Но тут есть, опять-таки, очень большое количество своих заморочек интересных. Выглядит карта абсолютно не так, как выглядела в 17-й ферме. То есть это другая карта, тоже здоровая, тоже гигантская. И, кстати, так как Золотой Колос у нас подходит к своему некому такому перерыву, то, в общем-то, можно начать прохождение именно этой карты. Если будет дохренище комментариев, если будет дохренище лайков, то мы, в общем-то, начнем прохождение вот этого вот дела. Ну и погнали тогда посмотрим, что за оно. Вместе с этой картой идет туева куча модов, просто очень большое количество, потому что тут все производства, все отдельно ставится модами. Я даже ради этого дела новую папку с модами собрал и новый пак модов поставил. То есть моих тут может быть штук 10 от силы, которые именно мне нужны. Все остальное идет с картой. Тут техника, скрипты, моды и прочая такая фигня. Производство в смысле, да. Сразу, друзья, стоит отметить то, что карта очень большая и, соответственно, на слабых ПК, скорее всего, она будет лагать. И в 17-й ферме она была разделена на, по-моему, 5 ферм. На всех тех фермах была своя техника, они была разбросана по карте, и разные у них были предназначения какие-то. И тут, в общем-то, то же самое, только на экране загрузки вам предлагается выбрать то, с чего вы будете стартовать. Можно начать в центре просто с каким-то паком техники, самым простым для полей. Можно с паком для тополей начать на острове, и тут катер еще доступен. Лошадки и БГА как вариант для начинания подойдет. Или же еще на одном островке с техникой Джон Дир тоже упарываться в поля. Я, в общем-то, как любитель начинать в центре, соответственно, начинаю в центре и выбираю новое начало. Также тут для всех режимов, в зависимости от выбранного уровня сложности, есть определенный баланс и наличие или отсутствие этой самой стартовой техники. Ну и, друзья, так как я выбрал Johnson's Farm, то, соответственно, покажу вам, что имеется на этой самой Johnson's Farm. Во-первых, есть несколько гаражей, тут есть немного техники, есть вот такой вот силосный бункер для сборки урожая. Кстати, это все placeable объекты, их можно ставить, их можно сносить. Куча гаражей, у которых вот так вот все прекрасно открывается, закрывается, где-то припаркована техника, наш стартовый набор. В общем-то, вот такая вот ферма. Я, скорее, знаете ли, криворукий человек, и я не умею строить красиво фермы. Вот я знаю, есть люди, которые умеют в это дело упарываться, и поэтому они могут построить себе сами что-то. Я не умею, поэтому я люблю пользоваться готовым всем. Так что гаражи с техникой есть, я думаю, что автодрайвик будет прекрасно здесь работать, и можно все вот это вот дело будет без проблем как-то красиво сделать, чтобы все работало. Также есть в наличии два поля, на одном из них растет он конопля, и на втором растет, что у нас растет? Кофе растет. В общем-то, погнали смотреть, что тут вообще есть на этой карте. Карта, друзья, огроменная. Масштаб у нее 16x, то есть 16 на 16 километров, насколько я понимаю. И все ее объездить, не переездить. Ну и количество иконок уже говорит о том, что здесь прям дохренище всего. Для сравнения, вот это вот 45-е поле, которое выглядит довольно-таки маленьким на этой карте. На самом деле площадью 8 гектаров. Неплохо, да? Вполне себе неплохо. Ну то есть оно реально не самое маленькое, это большое поле. По поводу количества модовых культур, то они здесь есть, и их здесь прям дохренище. На первой странице находится только 40 го или 40, хрен его знает, неважно. Но есть еще целая страница другого. Рис, конопля, кофе, клюква, хмель, лаванда, морковь, лук, мак, горчица, арахис, табак, рожь, клевер. Дохренище всего. Все со своими текстурками, все красиво, это я уже видел, уже проверял. Также, друзья, здесь дохренище производств, которые можно устанавливать самому. Куда угодно. Начиная с фруктовых садов, тут их прям очень дохренище. Яблочки, абрикосы, бананы, вишни и так далее. В общем-то, видите сами, много. Теплички с разной фигней, очень все интересненько. Для лесного хозяйства все, что нужно. Лесопилки, тут, кстати, он помечено, что в какую очередь, наверное, надо ставить. Типа вот с единичкой сначала нужно ставить лесопилку, чтобы делать доски. Потом бандарня, я не знаю, измельчитель досок. В общем-то, это все из досок делается. Производство ДСП уже из щепы делается и клея.
и производство поддонов тоже из досок, но почему-то под номером 4. Или производство бумаги, короче, здесь все, что выделено в обработку леса, в отдельную категорию, это классно. Склады для напитков и всякой фигни для продуктов, но об этом я чуть попозже покажу. Склад лесхозпродукции, склад охлажденной продукции. У некоторых требуется постройка, производство здесь тоже некоторое нужно строить. Далее идут фабрики стройматериалов, цементный завод, гипсокартон, сарай взрывчатых веществ, там динамит делается, клеевой, сталелитейный и камнедробилка. Очень дохренище всего. Есть пак с разным, компостер, заправка, емкость для хранения дизеля, производство гербицидов, удобрений, топливный завод, в общем-то все, что нужно для фермы. Есть точки продажи, фермерский рынок, примерно как на Зеленой долине он работает, загружаете туда что-либо в небольшом количестве, оно в течение там дня-двух медленно продается по довольно высокой цене и постепенно вам капают за это денежки. И кладбище, честно говоря, пока что не разобрался, как это работает, можно поставить кладбище и возить туда трупы и хранить их. И, соответственно, тоже получать за это бабосики. Далее есть еще какие-то производства. Здесь не так много всего. Пчелиный домик, угольная шахта, рыбный двор и производство пчелиных ульев. С этим потом разберемся. Производство продуктов питания. Здесь тоже много всего. Шоколадная фабрика, супы, консервный завод. Короче, стоит оно, кстати, все довольно-таки недешево. Арахисовая фабрика, пиццерия. Но, по-моему, вот это вот все дело есть и так на карте. Я точно не помню. Но, если что, можно поставить свое. Почему бы и нет? Разные виды макарон и лапши. Да, там сыр надо привозить, молочко и так далее, с разными соусами. Производство напитков, водочный завод и завод виски. Не знаю, почему такая большая разница в цене, но, видимо, разница в цене на выходе тоже большая. И животноводство и рыбное хозяйство. Здесь также куча других животных. Не только курочки, коровки да свинки и овцы. Здесь вон ослы, утята, рыбки, я не знаю, собачки, козы. Всякие корма для них. Короче, можно херней пострадать различной. Не знаю пока, как это работает, я еще не проверял, но есть такая штука. И еще такая штука есть — электроподстанции. Короче, тоже чуть попозже покажу, как это работает. Точнее, расскажу. Так что на любое место можно спокойно ставить вот эти вот все производства, и на вашем участке все это будет работать, построить так, как и хотите именно вы. Но это еще не все, есть еще много всякой фигни интересной, погнали ее смотреть. На севере карты мы видим вот такую вот горную местность, и здесь находятся всякие рудники. Песок, уголь, гравий, руда, медь, бокситы, соль и так далее. На самом деле здесь довольно-таки все просто. Тут это все дело просто лежит, и вы можете приезжать сюда и с помощью какой-либо погрузочной техники все это дело брать в свое пользование. Единственное, нужно, конечно же, сначала участок купить. Ну а потом с помощью какого-нибудь погрузчика, просто ковша, экскаватора, все это дело добывать. Различные здесь вот такие вот есть рудники. Вот это, например, бокситовый рудник. Приезжаете, карьеры вот такие, в общем-то. Приезжаете, берете сколько нужно. Но, разумеется, это здесь дело не бесконечное, оно рано или поздно закончится. Некоторые шахты, друзья, у нас закрыты. Например, вот здесь вот у нас соль находится, и чтобы ее открыть, нужно ее сначала взорвать, что в принципе тоже довольно-таки весело. Участки, друзья, с этими шахтами стоят немало, то есть вон 10 миллионов денег, медный рудник 18 миллионов денег и так далее. Есть не такие дорогие, вот рудник какой-то 408 тысяч, в общем-то их надо будет выбирать потом при покупке, что подешевле и так далее. Добывать, друзья, все это дело можно с помощью обычного погрузчика, а можно с помощью оборудования для добычи полезных ископаемых. Здесь вот завезли еще несколько всяких штук с большими кузовами, всякая карьерная техника, я думаю, это тоже может быть довольно-таки весело. 200 ковш просто, да, я так понимаю, это ковш у него на 200 кубов. Кошмар. Да, тут немножко с размерами, с объемами есть некоторые погрешности, потому что, например, есть грузовичок, вот обычный ман, и у него емкость в 100 кубов, представляете? Хотя 100 кубами здесь не пахнет. А еще можно на 100 кубов прицеп такой же взять. Да, техника здесь тоже завезена, инкассаторский бронеавтомобиль. Не знаю, зачем он здесь нужен, но он есть. Также, друзья, на карте уже установлены некоторые производства. На какое вам тыкнуть, например? Вот давайте Аврора Текстиль. Видимо, здесь производится ткань. Но, когда мы перемещаемся сюда, здесь ничего нету. Это производство, друзья, тоже надо построить. И для его постройки нужно дохренище всего. Цемент, доски, арматура, эпоксидная смола, гипсокартон, стальные балки, брусчатка, трубы.
ДСП и гвозди. То есть, ну вы поняли, да? Чтобы его построить, нужно реально заморочиться. Плюс ценник участка в 1 миллион, это в принципе тоже не самая простая задача. Вообще здесь довольно-таки большие цены, то есть поля стоят вон 600 тысяч, 500 тысяч, 800 тысяч. Поля побольше идут за миллион. Есть вон большое поле в 145 гектаров за 5 миллионов, то есть поупарываться можно. И с полями, кстати, тоже. С учетом количества различной продукции, весело. Еще одна фишка, друзья, кстати, это электростанция. Их тут на карте несколько. Вот южная электростанция, есть American электростанция. Давайте переместимся. И, в общем-то, вот здесь вот находится электростанция. Она сейчас не работает, это коню понятно. Эта самая электростанция будет питать ваши заводы. Я еще все это дело не проверял, но насколько я понял, здесь вот есть несколько триггеров, так как у меня сейчас не куплен этот участок. Я не могу посмотреть. Хотя, покупаем этот участок, да. И все остальные тоже, кстати, покупаем. Вот у нас, например, Аврора Текстиль показывается снизу. То, что рядом, не то, что рядом, а то, что мы с вами смотрели прошлое. Электроэнергия и ресурсы электроэнергии. Сюда мы, друзья, завозим электроэнергию. А для того, чтобы завести сюда электроэнергию, нужно, друзья, поставить как раз-таки электроподстанции для заводов. Различные модули здесь есть, например, биомодуль электроэнергии. Вырабатывает электричество из щепы, соломы и силоса. Ну и размещать все это дело нужно именно на территории этой самой станции. Размещаете ее здесь, запускаете вот эту установку, и соответственно вот эта штука начнет питать главные батареи, а потом вы уже распределяете на ваши заводы эту самую электроэнергию. Заводы без электроэнергии не работают. Также я еще, кстати, не понял, как это работает, но в магазине в покупных, в поддонах, есть вот такая вот штука Power Palette. По сути дела, просто аккумуляторы вон нарисованы. Насколько я понимаю, вот тут емкость 30 тысяч литров, не знаю, может быть 30 каких-нибудь мегаампер часов, может быть еще как-то это работает. Все-таки Global, скорее всего, в литрах все измеряет, и электроэнергию тоже. В общем-то, с помощью такой штуки, скорее всего, можно дело это будет как-то перевозить и питать, если у вас там одна электростанция, а завод находится в другом месте где-нибудь, который к ней не подключен. Или ваше предприятие будет требовать электростанцию, электроэнергию какую-то. В общем-то, все это дело можно будет питать без проблем. Далее, друзья, немного о точках продаж. Половина точек продаж, типа всяких магазинов для товаров, они тоже сделаны на глобале, как вот покупные точки продаж фермерского рынка. Завозите сюда что-либо, оно медленно продается. Или это производство какое-то? Да, я, наверное, производство тыкнул. В общем-то, вот, Taco Bell, например, точка продажи. Она, друзья, доступна. Здесь один триггер всего лишь находится на выгрузку. Эти точки продаж, ну вот, например, High Point, кофейня Starbucks, точно так же доступны через меню глобала. И здесь вы выбираете, что продавать. На выходе у вас мусор, скорее всего, его надо будет как-то очищать. И да, это дело тоже придется питать электроэнергией, чтобы работало. Ну и кстати, да, есть еще и традиционные точки продаж, всякими зерновыми элеваторами, транспортной компанией и так далее. Там все работает по-другому. Ну и последнее, друзья, о чем я хотел сказать, это мосты. Половина мостов, здесь, как вы видите, есть острова. Вот есть один остров, вот второй остров, вот третий остров и так далее. Они соединены мостами, которые сейчас закрыты. И выглядит это примерно вот так вот. Его можно без проблем построить, арматура, стальные балки, цемент, железобетонные барьеры. Ну и здесь пока что нет текстуры, нет коллизии, и вы, соответственно, провалитесь, если вы туда ступите. Пока мостов нету, кстати, доступен еще водный транспорт. Есть маленький паромчик, а есть всякие гигантские штуки, например, контейнеровоз, который вмещает 20 кубов чего-то непонятного. В магазине он даже не помещается, если честно. Стоит он 80 миллионов, а для того, чтобы его взять в аренду, это 4 миллиона стоит. Водного транспорта, друзья, дохренище, и им можно кататься по водичке спокойненько. Нефтяной танкер, скоростной катер, короче, дохрена здесь всего. Давайте посмотрим на скоростной катер. Возьмем его в аренду. Спаунится он, конечно, здесь в магазине, где вся техника, но я думаю, что это не такая большая проблема. Мы его спокойно спускаем на воду. Падла, кстати, 322 км в час сгоняет. Ну и, в общем-то, можно кататься от берега к берегу, какие-то грузы перевозить, потому что там есть и зерновой танкер, и как-то так это здесь, в общем-то, работает. Также есть трафик из лодочек, что, в принципе, прикольно. Если
Короче, вот это вот дело мы отпускаем туда, оно нам больше не надо, да. Вначале, кстати, там предлагалось начать на каком-нибудь южном острове карьеру, и, соответственно, у вас в пользовании был бы танкер для того, чтобы... Ё-моё, сколько всего нужно для строительства, да? Начать на южном острове, и, соответственно, у вас в пользовании уже был бы там какой-то катер, чтобы можно было отвозить грузы или технику покупать и перевозить ее обратно на пароме. Вы могли жить на этом самом острове. А еще одна штука здесь классная есть, это, друзья, самолет. С помощью него также, друзья, можно перемещаться между островами. Его не надо покупать, он сразу же доступен. Я так понимаю, он просто ходит по какому-то маршруту, типа как поезда, знаете ли, на обычных картах реализованы. Вы его, друзья, сажаете в аэропорт, можно на нем открыть крышку. Сделаем это прямо в полете. Он курсирует между несколькими аэропортами. Сюда можно что-либо загнать и, соответственно, перевести на другой остров, если это очень сильно надо. Можно, в общем-то, из него выпрыгнуть, и он вот так вот садится и сам остановится. Потом разворачивается, взлетает и идет дальше по маршруту. В общем-то, механика, да, простая, но прикольная. Ну и в конце концов, друзья, по поводу производимой продукции, сейчас я вам покажу просто этот гигантский список, кроме того, что здесь дефолтная есть, плюс модовые сами культуры, и дальше идут просто немыслимое количество всего того, что здесь можно производить, добывать, и насколько просто вот для строек всего много есть. Стальные балки, гвозди, трубы, арматуры, пластины, стальные детали, свинец. Серебро, золото, кстати, можно где-то, да, золото добывать. Продавать его вон по 42 тысячи денег, мать его. Всякой медной фигни, радиатор, дисплей, мотор. Короче, это не похоже на ферму. Это больше похоже на какую-то производственную, не знаю, менеджер фабрики или что-нибудь такое. Ну и пошли всякие продукты питания. Чипсы с сыром, чипсы с луком. Различные, в общем-то, да, здесь очень много, очень-очень-очень много всего. Просто кошмар, сколько всего. Какие-то подарки, и в конце концов есть пустой гроб и мертвое тело, которые нигде не продаются, но если вы поставите кладбище, то, соответственно, они здесь, кладбище тоже появится в списке точек продаж, и можно будет туда отвозить. Правда, где его брать, я не знаю. Я думаю, еще потом разберемся. Какие-то подарки есть, их тоже куда-то надо девать, например, в Хэмптон Банк, Дэвенпорт Банк. В общем-то, позаниматься тут много есть чем. Я, друзья, еще раз повторюсь, если будет много комментариев на тему того, что, мол, Никитос, давай замутим здесь прохождение какое-нибудь классное, то мы его замутим. Ну и, конечно же, лайкусики, про них тоже не забывайте. На этом, друзья, мой такой кратенький обзор подошел к концу. Огромное спасибо всем спонсорам, которые поддерживают мой канал. Если, друзья, вы хотите присоединиться к этому числу, а там, кстати, есть приятные бонусы, ранний выход серий, ранний выход роликов, плюс закрытые трансляции у нас иногда проходят, то, в общем-то, кнопочка «Спонсировать» находится чуть ниже этого ролика. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, потому что впереди много всего интересненького. Всем, в общем-то, огромнейшее спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей, всем всего доброго, пока-пока.